Брат, сегодня ты попадешь в рай, на милость Всевышнего. Да, легко, брат. Наконец-то я встречусь с мамой. Твоя цель — это кафе напротив торгового центра. Отправил тебе геолокацию. Дальше ты знаешь, что надо сделать. Рада тебя видеть. Ольга? Да, Аслан. Честно, я тебя тоже не сразу узнала. Сколько мы не виделись? 10 лет, наверное. Ты куда-то пропал после смерти твоей мамы. Где ты был? Знаешь, Ольга, у меня в данный момент вообще нету времени. Мне надо бежать. Ой, ну, Аслан, это судьба. Знаешь, куда я сейчас иду? На встречу одноклассников. Помнишь наш 11-й Б? Пойдем со мной, пожалуйста. Там будут все ребята. И Мадина тоже будет. Пойдем. Ура! Ура! Ребята, смотрите, кого я привела. Ого! Аслан, ты что ли? Аслан, здорово! 100 лет тебя не видел. Давай. Ты чё такой потерянный? Бро, садись. Ничего себе. Садись, рассказывай, как, где был вообще. Где вот этот копало? А вот, это судьба. Ну что, за встречу? За встречу. Давай. Нет, это на государственном. Да ладно, чего все, о детях. Мадина, ты когда замуж выйдешь? Тут и Аслан подошел. У вас же что-то было, я помню. Я помню. Мама, я заблудился. Выбрал неверный путь. Но больше я не совершу ошибок.